It's a lunch thing. Добрый день, дорогие друзья и зрители нашего YouTube-канала. С вами сегодня Надя Эггерс, ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее, город Орландо и пригороды. Сегодня я хотела вам показать очень интересный кондо-объект, который находится в Метро-Весте, наш излюбленный райончик. Мы уже во много чего снимали в этом районе. Район мне очень нравится по своей близости к даунтаун Орландо. Сам район наполнен всяческой инфраструктурой. Здесь в пешей доступности многие магазины продовольственные и плазы с ресторанчиками, с маленькими магазинчиками, с большими. В общем, очень хорошая инфраструктура в самом районе. Он очень популярен тем, что хорошие развязки, доехать до любого района Орландо отсюда достаточно удобно и не обязательно по платным дорогам, то есть выход на четверку очень близок и остальные как бы дороги вокруг, развилки. Удобный хороший район для проживания. Это кондо было куплено моим покупателем. Куплено было в январе 2022 года. Вот сегодня мы решили вам его снять, потому что в кондо сразу заселились, у нас не было возможности. Сейчас мы кондо подготовили к сдаче, я уже нашла арендаторов на это кондо. Дальше я вам расскажу по поводу аренды, а сейчас пробежимся по цифрам. Кондо было продано за 170 тысяч, сейчас точно такие же кондо продаются в районе 200 тысяч. То есть с января до сегодняшнего дня, а сегодня начало августа, цены вот так заметно выросли в Орландо и в этом районе также. В этом кондо одна спальня и один санузел полный, но кондо очень большое, достаточно для односпального кондо. Размер 991 квадратный фут, что в переводе 92 квадратных метра. Почему это кондо такой большой? Потому что в нем есть дополнительная комната, которую мы называем бонусная комната. Мы ее посмотрим. Из нее можно сделать офис или также делают некоторые люди дополнительную спальню. Чаей $282 за один месяц. И налог на это кондо $2000 в год. Ну, давайте пройдем, посмотрим. Кондо интересной планировки. Давайте. Выполнено в стиле таунхауса. Вы заходите. Прошу. Вы заходите и попадаете сразу на лестницу. Так, справа, слева у вас гардеробная. Тут дверок нет, но они вообще-то должны быть, да? Ну, их можно, да, поставить можно. Вот выбрали хозяева не ставить. Ковролин. Так, здесь на лестнице был уже ковролин, да. То есть кондо было продано в таком состоянии. Состояние очень хорошее. Ковролин в хорошем состоянии, чистый, недавно положен. Что мне нравится, вся вот эта область выполнена плиткой, да, очень удобно. Ковролин только в спальнях и в дополнительной комнате наверху. Посмотри, какие потолки. Да, потолки второй здесь огромные. Для кондо очень высокий. Для кондо мне безумно нравятся, да, эти кондо. Я в этом комьюнити продавала их уже несколько. Мои инвесторы любят покупать, и причем именно вот эту планировку. Бывает еще такая же планировка, да, только две спальни, да, и да, бонусная комната. Но там и цена будет около 250. А это как раз хорошая цена, ценовая категория. Кстати, сдали мы это кондо за $1700 в месяц. Неплохо. Да. Давайте посмотрим. Кухня была обновлена для продажи. Ну, это хорошо, потому что здесь изначально не гранит. Здесь изначально, да, гранит. Совершенно
Все такое простое. Все было очень простое, и те кондо, где не были сделаны ремонты, я их видела, они уже в таком состоянии, что там нужно делать ремонт. Здесь а давай ремонт скажем, сделан. Какого года? А года сейчас скажу, да. 1997 года. Ну вот, представляете, сколько времени прошло. Обычно уже шкафчики я уже вижу потрепанные, причем оригинальные кондо, у них шкафы были не деревянные фасады, там какая-то пленка, бумажка, она вон, там обычно у всех отходит, здесь уже хорошие и без шкафчики, новые, новая бытовая техника. Была, здесь уже жил сын хозяина немножко, как бы, то есть использовал плиту, а до этого, в общем, все было достаточно хорошим, в новом состоянии, все шкафчики, все чистенько, и хорошая большая раковина, действительно, смотри, это большая редкость для кондо. Да. Здесь есть небольшая пейнтри. Что у нас здесь должно быть? Здесь столовая, столовая зона. Столовая. А здесь обычно ставят диван. Здесь, да, стоял у хозяина, у сына хозяев диванчик такой угловой хороший, телевизор. Телевизор здесь. Мне нравится, что еще, смотри, на втором этаже здесь тоже окошко есть большое. Очень светлое, очень светлое. Причем солнце идет в течение дня и постоянно освещает помещение. Окна очень большие. Проходите в бонусную комнату. Так, проходим. Вот она. Чтобы пройти в бонусную комнату, еще одна лесенка. Так, да, возможно, будет не всем удобно, если у кого-то пожилые, например, родители в гости приезжают. Да. Но зато это хорошее дополнение к кондо. Конечно. Здесь делают офисы, опять-таки, я сказала раньше. Это бонусная комната, да? Лофт. Это бонусная комната. Также я видела решение этой комнаты. Здесь ширмочка ставилась. И я помню, была в кондо, где жил отец и дочь. И он просто дочери здесь сделал хорошего размера, кстати, получилась спальня. Ну да. Да, кстати. Единственное, что здесь, конечно, нет санузла. Санузел один на две комнаты. Ну, в основном здесь ставят офисы или делают для детей какую-нибудь игровую комнату. Очень уютненько, прикольно. Очень уютненько. Нравится, да. Вот вид такой здесь. И давайте посмотрим сверху. Так, все. Спускаемся. И посмотрим сейчас спальню, да? Пройдем. Спальня находится в этой стороне. А здесь у нас постирочная. Не знаю, где включить. Да, ладно. Тоже здесь вообще-то должны стоять дверки, их просто здесь нет. Также здесь водонагреватель находится. Водонагреватель, да. Проходим в спальню. Вот комнатка. Не маленькая, хорошая, хорошего размера. Хорошего размера, да. Вполне себе. Опять-таки светлая. Приличная. Да. Здесь можно было и свет не включать. Окно большое. Тут вот что там? Что-то рядом. По-моему, police department. За окном. Ну да. Да, кстати. Вот так. Соседи у вас такие. Здесь одна раковина. Здесь уже это пластик. Здесь пластик. Но это тоже, кстати, я думаю, сменено. Это не с самого начала было. Но по поводу этого я утверждать, да, не могу. Не, но тоже не все буду. Все очень аккуратно. Аккуратно, да. Свежевыкрашенное. Вот это точно заменено. Посмотрите, до потолка плиточка. Это точно. И внизу тоже плитка другая. И плитка другая. Была, да, новая. Точно. Это точно поменено. Так, вот тут вот у нас туалет. И гардеробная. Гардеробная здесь одна, да? Одна гардеробная. Вот такая. Она не очень маленькая, не очень большая. Ну, как для однокомнатной. Пойдет. Что делать? Вот, в принципе, мы вам все и показали. Это вам не дом, это однокомнатная квартира. Комьюнити очень приятный, очень хороший комьюнити. Мне очень нравится этот комьюнити. Он за воротами, он гейтед. Опять-таки,
police department, полицейский участок рядом, то есть достаточно безопасный район. Опять-таки, комьюнити за воротами, абы кто не проедет. В комьюнити есть бассейн, фитнес, клабхаус, то есть где можно там диванчики посидеть. HOA тут же находится в этом клабхаусе. И, ну, в принципе, это все. Все, ну мы вам покажем. Ну, самое необходимое есть. Но на самом деле за такой размер, 991 square foot, и HUA $282, это немного. Сейчас. Это немного сейчас. Да. Похожие планировки в недалеко стоящем комьюнити, например, я смотрела цены на HUA, там $390 в месяц и выше. И 400 я видела, $50 в месяц. Сколько у тебя сейчас HUA? У меня сейчас $330. У тебя сколько? За однушку. Но у меня меньше она размером, у меня нет лофта. Такая вот. Ну вот приблизительно, да. То есть HUA здесь в соотношении с другими комьюнити, рядом стоящими в Metro West, здесь щадящий, я бы сказала, самый низкий. А можно ли взять вот в этом комьюнити в кредит? Ты знаешь, опять-таки, это нужно рассматривать, как дается, в принципе, сюда кредиты давали. Давай, но как под кондо, кстати, это очень интересная тема, под кондо сложнее получить кредит во Флориде, в принципе, это не только в Орландо, по всей Флориде, сложнее получить кредит, чем под таунхаус или дом. Что они делают в случаях кондо, когда вы уже под контрактом, сначала дают вам pre-approval, то есть подтверждение, что вы можете взять кредит. Если вы берете кондо, то дают, извините, то во время сделки, прохождения сделки, лендеры посылают такой опросник, он называется questionnaire, опросник в HUA, какой процент в этом комьюнити живет владельцев и какой процент сдается. И в зависимости от процента они решают, все равно вы получите кредит, но там уже будет решаться первоначальный взнос выше, ниже. Интересно. Да, но это все нужно обсуждать с брокером по ипотеке. Кредит получите, возможно, это будет выше первоначальный взнос, но под этот комьюнити, насколько я знаю, давали. А есть же комьюнити? Вот эта семья покупала в кредит. То есть, да, то есть под этот комьюнити дают. Есть комьюнити, где не дают кредиты вообще. Интересная тема. Да, неважно, какой у вас первоначальный взнос. Это зависит от содержание HUA самого комьюнити. То есть если в комьюнити есть какой-то иск в суде, например, крыши. Кстати, я не знаю по поводу вашего комьюнити, как будет финансирование. Не дают. Опять-таки, да. Есть комьюнити, где не дают, потому что если HUA не в правильном состоянии содержали крыши, они в плохом состоянии, то и идет какой-то иск в суд, и когда лендер этот иск видит, тогда в этом комьюнити, к сожалению, можно купить, приобрести только за наличку. В этом комьюнити дают. Опять-таки, вот эта семья покупала в кредит. Хорошо, будем знать. Мне интересный вопрос задали семья, которая будет здесь арендовать. Первый раз я слышала такой вопрос, но он может быть актуален. Они приезжают сюда из Нью-Йорка, они сейчас где-то остановились в Нью-Йорке. И вопрос был в том, есть ли здесь кондиционер. Кондиционер, ну нам это кажется смешной вопрос, а для людей это актуально, потому что, видимо, в Нью-Йорке их нет. Не везде. Во Флориде, к нашему счастью, кондиционеры есть везде. И в большинстве случаев, может быть, это только строение 1950-х годов, там бывает, что нет центрального охлаждения, но кондиционеры есть
например, локально там в окна. Ну, да. Но это очень старые постройки. Да. То есть во Флориде в любом объекте кондиционер и центральная система кондиционирования, это когда стоит основной блок. Основной блок. Да, вот мы основной видим блок у нас вот внешнюю здесь, часть. Видя? Да. Вот здесь вот основной блок. Вот он. И через вот решетки центральные, форсуночки. Да, это все расходится холодный воздух. Да, вот так же. Вот. То есть это и называется центральное кондиционирование. Есть решетки везде. Да. Кстати, надо сказать, что и тепло, ну то есть отопление. Кстати, да, тоже. Зимой у нас тоже бывает прохладно, очень малое количество дней в году, но может температура ночью доходить там, минус 2 даже было как-то. Ну, в основном как-то там плюс 4. Ну да, плюс 4, плюс 5, плюс бывает. 6, ну, включается тогда отопление. Отопление то система тоже. Система действует, да, система двойная, она может работать и на охлаждение, и на отопление. Так что вот. А сколько, интересный вопрос, за такую квартиру людям интересно, электричество, да, платить. Да, это хороший вопрос, и я даже знаю ответ, потому что буквально семья, которая будет снимать, спрашивала этот вопрос, и я спросила у хозяина, сколько он тратил, где-то около 130 долларов в месяц. Да, мы примерно около 100 долларов. Ну, опять же, смотрите, за свою однушку. Сколько? Ну, около 100 долларов. Около 100 долларов. Опять-таки, смотрите, если вы будете кондиционер постоянно держать на 70, там, 68, я знаю людей, которые просто держат в таком холоде помещение, то, да, естественно, ваш счет будет выше. Если вы держите в нормальном, я не знаю, для меня нормально, это 78, мне уже холодно. Да ты чего? Да. Ну, я не знаю, там 78-77 градусов. Для меня 76. Ну, хорошо, но 76, я уверена, что, в принципе, это будет в этой ценовой категории. Опять-таки, если вы, некоторые бывают, открывают окна и тут же кондиционер. То есть, или готовят много. Или, да, или посуды много моют. Ну, я не знаю, ну, то есть счет за электричество это такая, как бы, ну, вещь. Да, вещь, которую не предугадать, но если вы содержите, как бы, в нормальном состоянии, да, кондиционеры, стирка и так далее, то где-то около 130 долларов. Имейте в виду. А вода здесь входит, ты знаешь? Вода, честно говоря, или я не уверена. Давай входит. Я сейчас посмотрю. У нас, кто-то, например, мне говорил, вода что входит. Да, то есть мы за воду не платим, мы платим HOA, и они уже с водой сами разбираются. Здесь написано, что вода входит. Да. Входит. Вода, то есть входит за воду отдельно не надо платить. Какие еще могут быть здесь расходы? Интернет. Ну, интернет. Да. Что-то телевидение, если хотите подключать. Сейчас, ты знаешь, уже так мало людей смотрит кабельное телевидение, да. Все это смарт-ТВ. Не, ну в основном вот на интернет, смарт-ТВ, да. Или, например, Netflix, Hulu, вот но такое. Это все смарт-ТВ, да. То да, есть да, это да, вы подключаете интернет. А по поводу школы, вот, кстати, сейчас спрашиваем вопросы. Школы здесь elementary очень хорошие, high school хорошие, middle school. А что за middle здесь, как называется? Chain of Lakes. А, Chain of Lakes не очень, да. Uh-huh. То есть имейте в виду, если это комьюнити называется Азур, то есть имейте в виду, комьюнити Азур, если вам принципиально, у вас подростки такого возраста для средней школы, то, может быть, стоит выбрать какой-то дом подальше. У тебя брат ходил в эту школу, да? Нет, он ходил не в Chain of Lakes, он ходил в Гота. Мы к Готе. Наша комьюнити была к Готе. Гота была тогда восьмерка, сейчас она тоже немножко, по-моему, упала. Ты знаешь, рейтинги школ тоже, тоже не показатель, меняются, да? Постоянно, каждый год они делают рейтинги по результатам экзаменов, которые сдают школы. В общем, да, как бы дети школы, на какие баллы сдали дети экзамены, от этого зависят рейтинги. Но элементари здесь хорошие, и Олимпия Хай Скул, у нее рейтинг не очень высокий, но школа хорошая школа. Даже когда мы переходили, история моего сына,
Мы его, конечно, отдали как бы, ну, в другую школу, в частную, но мы тогда спрашивали завуча школы, как, mm-hmm. какая хорошая школа. Она сказала: не смотрите на рейтинг Олимпии, это очень хорошая школа. Вот так. Да, вот как раз это комьюнити относится. Но на самом деле elementary и high school – это очень большой отрезок жизни детей. Ну, да. Middle school – это что там, 3 года, да? Забыла уже. Брат отучился. Ну что, на этом мы закончили наш обзор. Спасибо большое, что вы были с нами. Мы очень рады, что вы нас смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юли. Мы часто выкладываем интересные объекты. И в основном это объекты из жизни, то есть реальные объекты, которые или мы смотрим для покупателей, или уже которые покупатели наши недавно купили. На этом мы с вами прощаемся. Пока. Пока-пока. Почти ручные, близко подходят. Смотрите. Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Зайки. Лапочки какие. Ну, смотрите, какая красота. Ну, просто же идиллия. Классно. Они вообще не боятся. Зайки какие. Смотри, подходят. Сейчас укусят меня. Вот их, оказывается, здесь подкармливают. Представляете? Хозяева, которые живут вот в этом доме, подкармливают их. Они и рады стараться. Вот почему они ручные. Ути, 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 ути. The mom like you. Ага. Вот их мамаша приводит сюда.